27 мая Стерлитамак отметит сразу два праздника – День города и День химика. Празднование начнется со спортивного полумарафона в 11 часов перед памятником Ленину. Приглашаются все желающие, первыми побегут дошколята. Также во всех возрастных группах будут определены победители и призеры, как у мужчин, так и у женщин. Также в программе празднования Дня города будут концертно-развлекательные площадки. Основные праздничные мероприятия пройдут на четырех точках. У нас задействована это площадь театрально-концертного объединения. Там будут проходить вот это спортивные соревнования, потом концертная программа коллектива театрально-концертного объединения и коллектива городского дворца культуры до 19:00. С 19 часов на площади городского дворца культуры горожан будут развлекать популярный артист Татарстана Ришат Тухватуллин, группа «Винтаж», «Рок Острова» и «Градусы». Праздник завершится фейерверком в 22 часа 45 минут.